Сообщение о пожаре в поселке ССО и Сараевского района поступило на пульт дежурного спасательной службы в 14 часов 15 минут. Довольно оперативно сотрудники прибыли на место возгорания. Для ликвидации очага пламени в поселок Сысои отправились более 60 спасателей и 19 единиц техники, в том числе вертолет К-32. И через четверть часа огонь удалось локализовать, а в половине шестого пожар был ликвидирован. Надо сказать, что все жители поселка Сысои были вовремя эвакуированы. Никто из людей не пострадал. В результате пожара сгорело 11 строений, из которых 4 дома жилые. В пресс-службе регионального управления МЧС отмечают, что причина пожара сейчас устанавливается. Ранее сообщалось, что первоначальная версия произошедшего возгорания – воспламенение сухой травы из-за короткого замыкания. Хотя в ряде федеральных СМИ называлась иная причина – пал травы. А утром во вторник случился пожар уже в областном центре. Горел продуктовый магазин на перекрестке улиц Есенина и Маяковского. Фотографии работы спасателей внутри им стали появляться в соцсетях в 9 часу. Однако сотрудники МЧС сообщили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 7 часов 55 минут. На место выезжали 12 огнеборцев на 4 спецмашинах. По словам спасателей, огонь повредил электрооборудование. Погибших и пострадавших нет. Сейчас причины возникновения пожара и ущерб устанавливаются.